Всем привет, друзья! Сегодня у нас Forza Horizon 5 и будем участвовать в гонке Голиафа. Welcome back, Loco. Так, поедем сюда на Subaru. А там посмотрим, на каких машинах там участвовать. Horizon Arcade will begin shortly. Turn around when it is safe to do so. In 100 meters, turn right. At the roundabout, take the first exit. Друзья, you have arrived at your destination.
сначала я буду в одиночных гонках, потом отдельное запишу видео с онлайн соперниками. Мне кажется, это будет очень интересно. Пока попробуем так. Так, список машин, которые подходят на эту гонку. Макларен, Порш, Камара. Так, ну не знаю, наверное, что-то надо быстренько. Мазерати не хочу. Так, я, наверное, думаю выбрать Камара. Или Макларен. Или Камара. Просто поправляем. Макларен, поправляем. Так, ребят, напишите в комментариях, что вы выбрали лучше, Роле ZL1 2016 года или McLaren Senna 2018. Я, наверное, все-таки возьму McLaren. Сейчас побыстрее пройти эту гонку. Но у нас на концерте на такой неделе не проедет. Как-то была у нас на Ламборджини, быстро она сюда въехала. Not sure if you want this information right now, but the Mexico Goliath is officially the biggest race by distance in Horizon history. Good luck. Продолжение следует...
I
Сколько опыта дали за эту трассу? Yes! Yes, you did it! Oh, wow! I am glad you did, because I don't think I can sit through that again. My heart wouldn't take it. Так,
Так, ну что, друзья, вот и подошла серия к концу. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Hey Loco, sorry to bother Earth Future Hall of Famer, but can I have your input on this next adventure? Так, ну все, до скорого, друзья. Всем пока.